Опасаясь контрразведки и избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не тело от отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку при имущественную ночью щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете приставало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Например, клуб на улице Нагорной стал общественный уборный, наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой ГУМ стал маленькой избенкой, и уж помнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталику несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плодоядным, мерив женщинок и пиве. Он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и не хотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, свидеть шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбять по BBC. И еще попрыгайте свежее, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст потом с рыбчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил, он был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, да, этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.